Наш институт является автором генерального плана, утвержденного в 2007 году. Это последний генеральный план, по которому Кишинев работает. Вы знаете, предложений было очень много в генеральном плане. В первую очередь это касается тех двух категорий проблем. Это движение общественного транспорта и улично-дорожная сеть. Что касается движения общественного транспорта, здесь кое-что сделано, реализовано в плане замены существующего троллейбусно-автобусного парка, переадресации некоторых маршрутов такси, микроавтобусов. Что же касается улично-дорожной сети, к сожалению, Кишинев ничего не сделал в этом плане. Никто не ознакомился до конца с материалами генерального плана и с теми предложениями, которые мы разбили на этапы реализации.